Самообладание. Способность сохранять спокойствие. Кто там? Служба доставки. И хладнокровие. Блять! Марч, сыграем в игру. Вы ошиблись адресом. Называется «Заткнись, если ты не я». Отличная игра. Ты частный детектив? Там 20 баксов. Забирай. Я не за тем пришел. Для тебя послание. Левую руку. Нет. Ага, давай. Нет. Пойдешь к врачу. Нет. Скажешь, у тебя спиральный перелом. Нет. Вдохни. Я не даю рекламу. Но если тебя обидели, обращайся ко мне. Я Джексон Хилли. Я работаю в Министерстве юстиции. Моя дочь Амелия в опасности. Прошу, найдите ее и защитите. Фильм Шейна Блэка, режиссера «Железного человека 3». Марч, Джек Хилли, я тебя не трону. Только спросить хочу. Нет. Совсем меня за дебила держишь? Теперь я вооружен, кретин. С нашей последней встречи эта крошка всегда со мной. Твою мать! Не с места. Этим летом тебя рекомендовали люди, которым я доверяю. Ты должен найти Амелию. А я думал, твоя работа в том, чтобы руки к херам ломать. Так это вы избили папу. Привет. Подло врезал папе. Есть разница. В Лос-Анджелесе 77-го видел эту девушку. Темные волосы. Зовут Амелия. А мне за это что? Он больше так не сделает. Как так? Вот так. Простое дело. Пап, офигеть, тут же шлюхи. Сколько раз тебе говорить? Не говори офигеть. Скажи просто, пап, тут же шлюхи. Становится преступлением века. Мафия пытается захватить Лос-Анджелес. Амелия каким-то образом в этом замешана. Одно мы знаем наверняка. Что-то здесь нечисто. Час от часу не легче. Рассел Кроу. Райан Гослинг. Ты худший в мире детектив. Худший в мире? Марч! Ствол, ствол! Мать, сука! Амелия, беги! Я живой! Славные парни. Слушай, зато никто не пострадал. Совсем никто? Ну, в том смысле, что все быстро умерли. Никто не страдал. Смотрите летом.